Всем привет! Спрашивают, как скачать Roblox Studio? Ну, я думал, что это все очень просто, тем более сам Roblox вы уже скачали и играли в игры. А оказывается, все-таки можно запутаться. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у вас на компьютере может быть несколько браузеров. Если не работает с одного, зайдите с другого. Сейчас я пробую с Microsoft Edge, но это совершенно не важно. Итак, если мы зашли на сайт Roblox, вот посмотрите вверху, и у нас нет никаких кнопок, кроме как логин и здесь регистрация. Ну, у вас наверняка есть логин. Без логина нельзя, без того, как вы зарегистрируетесь, невозможно создать игры и поиграть в другие игры. Нажимаем логин, как будто у нас уже есть этот логин. Нажимаем вверху кнопку Create, и все, вот у нас появилась серая кнопка. Сейчас, если мы ее нажмем, то браузер проверит, есть у нас на компьютере Roblox Studio. Если нет, то он покажет кнопку Download. Все классно. Но тут у человека, видимо, уже произведен вход в свой аккаунт. Ну вот, например, вот так. И давайте введем сейчас пароль, имя, которое у вас уже есть. Так. Логин. Вошли. Теперь, если мы нажимаем Create, то никакой серой кнопки не возникает для скачивания. Зато внизу мы видим студия, документация и комьюнити. Если мы обратите внимание в левый нижний угол, студия, это прямая ссылка на скачивание студии. Нажимаем, кликаем. Вот файл скачался. Теперь мы можем его открыть. Открыли, запустили. И у нас все устанавливается. Ну, надеюсь, я помог своей подписчице. Сейчас я это видео ей в комментарии и выложу. Всем удачных создания игр!